А вечером, если все будет хорошо, если мы не очень сильно устанем, если будет хорошая погода, мы собрались на фуникулёре вот туда, на самую вершину. Вот там на вершине, вот там вот, сейчас покажу поближе. Вот это здание фуникулёра. Это мы на фуникулёр и топаем на гору, высоко-высоко. Давай туда. Вот мы поднялись на самый верх фуникулёра. Маська уже бегает. Красивая луна. И вот такой вот вид на Тромсе. Очень красиво. Ну там вот парк, куда мы гуляли. Где? Вот эти черные пятна. Ага. И там вот аэропорт. Аккуратно, не подбегай. Там где-то аэропорт. Не аэропорт. Вон вышка, наверное, там. Ага. А вот это аэропорт, полоса взлетная, посадочная полоса. Ага. Чистое небо, видны звезды. Ну, а пошли, ничего себе. А? Ну, насчет ветра еще ничего. И ветра не очень много. Если была бы северное сияние, было вообще был великолепный был бы вид северного сияния отсюда. Но пока его нет. А? Ну не будет, конечно, не будет, просто полюбуемся. Значит, просто сделаем фотографии, какие есть. Все. Вот так заканчивалось. Да, когда мы приезжаем, то будет еще громко. Да. А сейчас? Вот так наш заканчивается наша поездка на север, в Норвегию, город Тромсе. До свидания. Горы, вон появляется, солнце появится скоро. Смотри, видишь там?
на солнце на горах. Все. До свидания, снег. Может быть, до будущего года. Если нам понравится, мы захотим, может, на будущий год мы вернемся к снегу. Мась хочет, да? А Молли хочет на будущий год тоже к снегу. Да, ей очень нравится. И я тоже. Ну все, всем пока. А, они удобные. Большой самолет. Классно, ты что? Вчера было тепло, пока. Да, вчера было гораздо теплее. Ага. Мать, садись в самолет. Зато как дышится, а? Ага. Да. До свидания, Север. Амаль, скажи бай-бай. До свидания, Север. Время полета, расстояние. И ты можешь запомнить это? Да, это надо, надо запомнить. Мы будем когда лететь, скорость, мы будем заполнять. Высота. И вот. Вот если ты хочешь быть в полу, вот у нас раз, два, три. Пар от воды. Молодая. Видишь, сколько пар от воды было? Молодая. Thank you.
Abstand eingenommen haben. Wegen der eigenen Bescheidung gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Sollten Sie während des Flugs eine Gepäckfach öffnen, achten Sie bitte darauf, dass keine Gegenstände herausfallen können. Ladies and gentlemen, service to the front.